Первые два этапа Кубка края принимали Артем и Спасск Дальний, а заключительный, четвертый, состоится в Большом Камне. В каждом городе фактура трассы разная. Победа на одной вовсе не означает, что успех повторится на другой. В Уссурийске грунт наносной, мягкий, песчаный. Мотоциклы на такой поверхности ведут себя иначе, нежели на каменистых, твердых покрытиях. Будем называть старая новая трасса. То есть сейчас мне вдохнули новую жизнь, сделали новый совершенно профиль, расширили, повернули в обратную сторону. Но сказать, что какая трасса лучше, это нельзя никогда. Нам трассы всякие нужны, трассы всякие важны. Заработать очки дома – задача любого местного гонщика. И в этот раз в фаворитах оказались именно уссурийские мотоциклисты. Хотя конкуренция была солидной – 105 участников из городов всего Приморья. Такого ажиотажа в мотоспорте не бывало давно. Особенно заметно увеличение численности в самом младшем классе мотоциклов с объемом двигателя до 65 кубических сантиметров. Серебряную медаль тут завоевал Никита Коровенко. У нас называется вид спорта «Отцы и дети». В основном-то тянут родители. Если после 2008 года, после кризиса, был спад немножко, 2-3 года. И вот с прошлого года стало гораздо лучше в плане оснащения, приобретения новой техники. И родители как бы немножко крылья расправили. И детишки стали больше привлекаться. В классе 85 кубиков Виталий Котлер стал бронзовым призером. Среди мотоциклов с объемом 125 кубических сантиметров у уссурийского гонщика Глеба Шевченко – второе место. Золотые медали в самых престижных классах 500 кубов и 500 хобби также завоевали местные спортсмены. Лучшими стали Петр Шевченко, среди любителей Павел Корсун. И в заездах на квадроциклах победил Игорь Зюськов. Организацией соревнований занималась Уссурийская федерация мотоспорта. Помощь в проведении гонки оказала компания «Марк», которая реализует квадроциклы «Стелс». Еще одна гонка пройдет в Уссурийске в сентябре. На этой же трассе состоится 7-й этап чемпионата Приморского края по мотокроссу.